Подпиши родителей, подпиши близких. Инициативу акционерного общества «Татмедиа» по подписке на газеты и журналы для родных и близких подхватили заинцы. В нашем районе эстафету продолжили глава района Разиф Каримов, руководитель исполкома Ильнар Хафизов, заместитель главы района Валерий Акатьев, а также депутаты города и района. В первую очередь Разиф Каримов подписался на местные газеты. У них всегда свежие новости. Работают они в едином ритме с жизнью района, отметил он. Хочу сказать, и до этой акции работали вплотную, но в то же время акцию полностью поддерживаем. Я думаю, и руководители хозяйств, предприятий, организаций наших Заинского района, в том числе и работники руководства исполкома, совета, администрации поддерживают. Я сегодня вот, значит, включаясь в эту акцию, значит, подписываю газету, вот, значит, коррекционной школе нашей. Я думаю, это тоже будет польза. Акция стартовала с 1 апреля по 15 июня у нас. Подписка проходит активно. В основном на Новый Зай, Зай Феклары, на нашей республиканской газете. В рамках республиканской акции чиновники подарили подписку многодетным и приемным семьям, ветеранам, пенсионерам, а также своим близким.